Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Светлана, город Киров, Волго-Вятский регион. Наконец-то нашла время заснять мои зрелые томатики. Сегодня представлю ваше внимание томаты селекции казахстанского селекционера Виталия Геннадьевича Элифирова. Просто покажу внешний их обзор, подробный у меня будет позднее. Уж приспособила и лампу осветительную, потому что уже вечер на улице. Ну ладно, посмотрим сейчас, какие у меня томаты выросли. Значит, первый сорт алматинский домашний. Вот такой вот очень вкусные томатики. Томат урожайный. Так, дальше янтарный барон. Вот такие биколорчики. Как они, в полосочку даже какую-то немножко идут. Томат «Сердце столицы». Такие продолговатенькие они. Тоже урожайный томат, вкусный. Томат «Золото Москвы». Ну, их как бы немного на кусту. Тем не менее, показываю, какие они по внешнему виду. Заилийский «Алатау». Вот такие вот томаты. Так, дальше «Сердце столицы оранжевое». Или еще садила двух коллекционеров разные. Еще есть «Оранжевое сердце Алматы». Я думаю, это одно и то же, потому что они по внешнему виду похожи. «Сердце столицы оранжевое». Так, вот это томаты «Красный комар». Такие крупные томаты. Не знаю, не свешивала, сколько на вес. Томат вкусный. Ивантинский великан. Вот такой вот он, биколорчик идет. Макушечка розовая. Так, дальше. «Сердце пустыни». Такие они с удлиненным носиком томатики. Тоже вкусный томат, сладкий. «Сердце пустыни». Так, это фокусник «Биколор». Такие биколорчики красивые. Томат урожайный. Так. Это вот вечерние Алматы. Вот они немножко идут с полосой в полосочку. Потом поближе я каждый томатик еще сфотографирую, в разрезе покажу. И будет описание по каждому сорту. Так, это у нас «Секрет Элиферова». Такие вот темноплодные томаты. Тоже потом посмотрим на разрезе, какие они. Так, «Семиречье Биколор». Вот они такие биколорчики. Здесь не очень хорошо видно. Освещение, конечно, желает лучшего, но что поделаешь. Так, алматинский красный тюльпан. Не нашла другого времени, чтобы заснять. Алматинский красный тюльпан. Так, это у нас бычок биколор. Бычок биколор. Так, это вот... Ага, это бычок черный. Бычок черный. Так, дальше тут еще у меня на приставном столике. Так, здесь вот тоже «Сердце столицы» оранжевое. Вот это томат «Кумбель». «Золотые горы Медео». Очень урожайный томат, вкусный. У них все томаты вкусные, но какие-то более урожайные, какие-то менее урожайные. «Семиречье Биколор» крупные. Так, ну и алматинский желтый тюльпан. Вот такие они биколорчики идут. Алматинский желтый тюльпан. Ну, вроде пока все показала. Если что-то еще будет, тоже сниму, добавлю видеоролик. Дальше смотрите, значит, у меня будут фотографии, описание по каждому сорту. До новых встреч! С вами была Светлана. Всего доброго! Добрый день, дорогие друзья, с вами Светлана. Продолжается сбор семян томатов. Многие семена уже готовы. Продажи, заказы идут. Сегодня хочу представить список сортов томатов селекции Виталия Геннадьевича Элифирова. Это казахстанского селекционера. Значит, представлю вам списочек, фото томатов. Но описание, не знаю, успею, не успею сделать. Пока, может быть, позднее с описанием будет.
Заказы уже принимаются. Все реквизиты я напишу позднее. Ой, в конце видеоролика. Заилийский Алатау. Плоды в основном уже сняты, остаточки висят. А тут вот еще тут еще вот зеленые висят они. Вон выше тоже есть плодики. Заилийский Алатау. Вот так выглядит Заилийский Алатау в разрезе. Такой мясистый томат, малосеменной. Сочная мякоть, очень вкусная, со сладостью. Кислинки почти не ощущается. Вкус приятный. Так что ж, рекомендую этот томат, кто еще не пробовал. Семена будут в наличии. Томат селекции Лефирова «Золото Москвы». Остатки уже на кусту томатов. Вот еще висят тут несколько томатиков. «Золото Москвы». Томат «Кумбель». Это сорт Виталия Геннадьевича Лефирова, казахстанского селекционера. Вот так мы на сегодня выглядим. Сегодня 17 августа. «Кумбель». Вот там еще томатики есть. В общем, сорт урожайный, высокорослый. На вкус будем пробовать.
Томат «Оранжевое сердце Алматы». Вот такие у нас томатики. Вот выше еще завязались, есть плоды. Вот на втором кустике. Вот вверху еще видно, завязи есть. Сорт очень вкусный, мясистый. Но характеристика по каждому сорту будет отдельно. Томат «Секрет Элефирова». Красные плоды у меня сняты. Вот здесь висят еще остаточки плодов. Потом покажу в окрасе, какой он. Сердце столицы оранжевое. Это сорт Элефирова. Вот на нижней кисти вот два плодика завязались. Вот выше вот идут. Вот тут вот здесь немножко есть. Но выше ничего нет. То есть мало завязалось. Сегодня 28 июля.